согласились. Говорит, ну хорошо, мы переедем в квартиру. Что делает чиновник местного? Он говорит, получишь квартиру, но через год ты получишь ее в собственность. То есть собственность забирают, а при этом не дают ни регистрации, ни других социальных вот этих благ, которые человек должен получить. Ну он же бомжом оказывается. Это серьезная очень проблема. Это серьезно. Сыграть с другой стороны, давайте, где давайте. И другая картина. Ведь это средняя температура по больнице. А я называю конкретный городочек такой есть, рядом с Новосибирском, Кольцово, да. Где активность почти 90% на выборах, и где поддержка...